Дамы и господа, товарищи, земляне, комплект говорящих рук, обувной маньяк говорит вам бонжур. Как у вас дела? Что у вас нового? Вы счастливы? Лето пришло. Лето началось. Это же счастье. Сегодня у нас в обзоре очень опасная обувь. Один из моих зрителей написал комментарий, что типа, не хочешь взять Вансу на обзор? Я, к сожалению, не могу найти ваш комментарий. Хотел ваш никнейм произнести, но... Не могу найти ваш комментарий, но я выполнил свое обещание, я взял Вансу на обзор. Я понимаю, что это очень рискованный выпуск, потому что Ванса – это обувь молодежи. Ванса – это какая-то черная дыра в мире обуви, на мой взгляд. Ванса – это какой-то парадокс, потому что как-то раз лет 7-8 назад Бальтазар Арнольдович звонит мне из Испании и говорит, а ты знаешь, что такое Ванса? Я говорю, я знаю, что такое Ванса, забудь о ней. Но я знал так, поверхностно о Вансе. Я вообще ничего о ней не знал. Сейчас я погрузился в историю, прочитал. Все ок. Что самое интересное с Вансой, у меня есть знакомые. Я таких людей называю космонавтами. У людей, у которых есть абсолютно все. И вот он один день ходит в Лора Пиано, в Бруно Качунелли, а другой день он приходит... В джинсах Левис, правда, его джинсы Левис стоят 1500-2000 долларов, какие-то там супер коллекционные, и на нем Ванса. Вот парадокс Вансы. Также в Вансе ходит певец Тимати, который носит Луи Батон, Луи Вейтон, прошу прощения, и носит Вансы. Очень интересная обувь, и давайте как бы, молодежь, меня сильно не гасите, потому что, в принципе, ничего хорошего я сегодня вам не скажу про эту обувь. Работаем. Волнительный момент. Пицца маньяк сказал, маньяк сделал. Первый раз в жизни тест Вансы. Я вообще первый раз в жизни с ним прикасаюсь. Такая сложная упаковка здесь. Ага, разгерметизация полная. Максимум, максимум спасения планеты от пакета. Нет, он не экологически чистый. Так, ну это вот мое первое впечатление, вообще первый раз в жизни держу их в руках. Первый экземпляр и второй экземпляр. А вы уже подписались на обувного маньяка? Лайк, дизлайк в конце комментариев, давайте подискутируем. Первое, что лезет мне в голову, когда я смотрю на эти кеды, сердце занято, такси свободно, отвезу куда скажешь, если дорогу покажешь. Ну и второй вариант, масоны, наши любимые масоны. Пишите, что вы здесь видите, масонов либо таксистов. Что у нас сегодня? Самые простые, самые хайповые кеды, наверное, в мире или в галактике. Я точно не знаю, что они себя представляют. Классические кеды, спайка, мицол. Припаянная подметка резиновая. Кстати, у меня сейчас галлюцинации. Вы видите это, да? Пишите, что вы вот в этом квадрате орнамента, что вы видите. Наверное, я просто перегрелся на солнце. В общем, резиновая подметка, ничего особенного, все приварено, спаяно. Спайка вот здесь, конечно, так себе. У конверсов это выглядит гораздо интересней. Молодежь безумно любит эти кроссовки. Молодежь, берегите свои ноги, потому что плоскостопие вам гарантировано в этих кедах. Ну, в принципе, так же, как и в конверсах. Самая простая, наипростейшая стелька. Внутри обычная жизнь. Размер я взял 8,5 US, и я ошибся. Это не мой размер, но все равно я в них влез. Какой плюс у этих кроссовок, пардон, у этих кед по сравнению с конверсами? У конверсы моя любимая обувь, мои любимые кеды, но я их не ношу, потому что у меня вечная проблема в ширину. И вечная проблема вот с этим резиновым мысом у конверсов, который постоянно загибается, и мне дискомфортно ноги. Здесь этого нету. Здесь мыс выполнен, ну, из замшезаменителя. Причем тактильно, ну, никакого криминала, ничего. Просто тактильно, и все. Гладить не будем, но это же не девушка, в конце концов. И они удобные. Если вы сверху посмотрите, они в ширину максимально сделаны, заточены. Под практически под любую ногу.
во всяком случае, у меня 10 сантиметров ширина ноги, и мне было мега комфортно в этих кроссовках. Я в них уже находился, скажу вам честно, и я был приятно удивлен, потому что я понимаю, что это очень удобная обувь. И, видимо, по этой причине молодежь влюблена в эти кеды. Но я обратил внимание, что многие усупинируют их. Ну, в общем, происходит супинация, вы поняли, что, о чем я говорю. Я недавно, у меня был выпуск о супинации, и по моей версии, по моей теории, ну, естественно, здесь никакой фиксации нету, и казалось бы, да, минимальная нагрузка промежуточная отсутствует, можно сказать, какая здесь может быть супинация. Но я их только из коробки достал. Смотрите, вот это кайф, да? Вот так они выглядят со стороны. Они усупинированы прямо из коробки. Понятно, что подошва не совсем ровная, но вот так, они все равно усупинированы просто из коробки. Фактически в этих кроссовках, кедах, прошу прощения, давайте я их буду называть кроссовками, а вы понимаете, что это кеды. В них вам гарантированно вообще целый комплект нестабильной ноги, плоскостопия. Ну зачем покупать эту обувь? Я понимаю, что она комфортна, но есть масса другой обуви, которая гораздо комфортнее и гораздо приятнее для вашей ноги, полезнее для вашей ноги, потому что вы прям с детства убиваете свою ногу, а плоскостопие – это не самое лучшее, что можно получить в своей жизни. Поэтому как бы это уж вам самим решать, молодежь. Но не знаю. Я, кстати, недавно смотрел канал Астл. Можно сказать, коллега тоже делает очень клевые обзоры на кеды, на обувь вернее. Вот мне интересно, Астл, если ты смотришь мой канал, если ты смотришь этот выпуск, твое мнение по данным кроссовкам. И я хочу сказать, что вот я недавно смотрел у Астла выпуск, там тоже были вансы, но там были слепоны. И вот, кстати, те слепоны, которые были у него в обзоре, чисто визуально, они мне понравились, потому что у ванс много всяких прикольных коллабов. Вот прям огонь. И стоит это все достаточно недорого. Например, конверсы стоят где-то 12, сейчас 13 тысяч. А вот эти вансы я вырулил за 4 тысячи рублей. Ссылку я оставлю на продавца на Озоне, потому что я уже говорил, что люди попадают на покатушки. Они платят, обходятся человеку то, что я взял эти кроссовки на обзор, ему это обойдется продавцу рублей в 500, наверное. Ну, хотя бы они оригинальные, проверенный продавец. Пускай будет как бы ссылка, может кому-то понадобится. Заказывайте, я все оставлю в первом комментарии, закреплю его. В общем, все будет понятно максимально. И на Астл оставлю ссылку, и на продавца этих восхитительных кед. Не знаю, что вам еще о них сказать. Кроссовки, кеды как кеды, в общем, никакого восторга, и чтобы сказать, что я бы хотел бы их себе приобрести, не знаю. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. Пока моды объявляется открытым, я хочу вам сказать, что я в шоке. Я не стал мерить их под индекс стиля, они максимально стильные. Вот прям огонь. Я сейчас на них смотрю, и я в восторге. Это огонь. Даже вот в этой самой банальной, обычной расцветке, это очень крутые кроссовки. Если я встречу какой-нибудь крутой коллаб, я обязательно себе приобрету вансы. Ну, посмотрите, как они блестят на солнце. Что касается размеров, ширину идеально, в длину, прям вот впритык. Размер, наверное, не наверное, а размер надо было брать 9 US, а возможно даже 9,5 US. Вот просто посмотрите на них, вот в этом состоянии, как они смотрятся. Мне кажется, это просто гармония какая-то стиля. И я постепенно начинаю понимать эту обувь. Да, что касается супинации, что касается этих кед, то, что они способствуют плоскостопию, ну что теперь делать? Что есть, то есть. Красота требует жертв.
Я надеюсь, вам понравился мой сегодняшний выпуск. Лайк, дизлайк. Увидимся, когда увидимся. Я, конечно, понимаю, что я попрощался, но мне просто стало очень интересно. Это просто какая-то симфония стиля. Шедевральные кеды. Просто шедевральные. Я в восторге. Пишите свое мнение. Мне прям вот интересно. Я влюбился в Вансу. Лайк, дизлайк. Увидимся, когда увидимся. Теперь я точно с вами прощаюсь. Адьос.